Мати побила свою дитину до невпізнаності. Правоохоронні органи проводять перевірку за фактом заподіяння тілесних ушкоджень семирічній Ліліані. Це був дуже жуткий плач, дитину невозможно було слухати. Ну, визвали, звісно, міліцію і бригаду. Ну, в этот день и мне открыла она дверь. Когда я увидела ребенка, это, конечно, жуткое зрелище. Это, ну, видеть, я не знаю. Скажите, это нельзя было видеть нормальному человеку и не отреагировать на это все. Это нужно быть просто, я не знаю, как, понимаете? На утро состояние девочки средней степени тяжести. Вот тяжесть состояния обусловлена множественными ушибами головы, лица, конечностей, ягодиц в том числе. Вот, девочка в сознании, в принципе, она адекватно реагирует на создавшуюся ситуацию. Як повідомили в прес-службі Донецької прокуратури, раніше вже були зафіксовані факти побиття дівчинки матір'ю, проте відповідні заходи так і не були прийняті. Потерпевшая девочка жила в семье с мамой. Мама находилась на учете в психоневрологическом диспансере. И данная семья в связи с этим находилась на учете в соответствующей районной службе по делам детей. На сегодняшний день мы постоянно опекались этой семьей, думали о том, что все-таки мама и ребенок должны быть вместе. Психологи говорять, випадки агресивності дорослих на дітей стають частим явищем у нашому суспільстві і наводять причини, що спонукають батьків до таких дій. В первую очередь это стереотип воспитания. То есть если подвергали своей семье настоящие родители тому, что их избивали, то впоследствии они будут избивать своих детей и обосновывать это тем, что это их метод воспитания. Кто-то переживает бракоразводный процесс, у кого-то какие-то проблемы в семье. Еще одна причина, то, что родители относятся агрессивно к своим детям, это вот их заболевание. Что можно порекомендовать таким родителям? Это уходить в другую комнату, либо применять контрастный душ, либо включать какую-то музыку, которая будет успокаивать. Но если ни один из этих способов не помогает, то лучше всего обратиться к специалистам. У зв'язку з тим, що трапилося, прокуратура проводить перевірку, після закінчення якої буде надана оцінка законності та повноти дій працівників відповідних служб. Если будет доказано, что в действиях работников служб имеется состав преступления, то их действия будут квалифицированы по статье «Служебная халатность». И санкция этой статьи предусматривает в случае наступления тяжких последствий от 2 до 5 лет лишения свободы с правом запрета занимать определенные должности, а также либо штрафом до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан. Наразі дівчинка перебуває в лікарні під спостереженням лікарів, де їй проведуть додаткове обстеження. У Ліліани підтверджено струс головного мозку, набряки м'яких тканин обличчя і гематоми тіла. Висновок про ступінь тяжкості ушкоджень буде дано після проведення судово-медичної експертизи. Мати дівчинки зараз знаходиться у психіатричній лікарні, куди доставлена для відповідного обстеження. На сьогоднішній день повертати дитину в сім'ю не можна. Пока она не пройдет курс лечения определенный, чтобы девочка прекрасно себя чувствовала, потом уже будем рассматривать вопрос, куда. Или родственникам, или в государственное учреждение.